юный колдоискатель. Зачем ты мне сделал? Сделал из крышки от мусорного ведра. И сейчас будет искать монету. Мы тут нашли среди снега внезапно такую полянку песчаную. Сейчас мы ее закопаем. И будем экспериментировать с кладоискателем под названием пират. Не, ничего нету. Кидай монету туда. Ты монету нашел? Ну, ключ. А монетка где? 10 копеек было. Это очень хороший вопрос, куда я. Ну кидай ключик. Закопал. Не, ну пока его найди его, что он там есть. Куда снега? В микросхему? Ага, ну смотри, уже не закрылись. А как туда снег попал? Я вот так вот иногда поднимал, оно все, короче, туда летело. Короче, настройки чувствительности полная жопа. Ага. Ну давай, пробуй. Насколько просто влияет. Не, ну сейчас ты вообще что-то... Ты пизде пошел. Короче, не работает. Не работает система.